Первый билет пассажира метро приобрел Петр Латышев, герой труда с завода «Красный пролетарий». Петр Николаевич дал интервью одной из московских газет. Он рассказал, что американский коллекционер хотел купить у него билет, но он решительно отказался уступить ему это сокровище. А вслед за ним... неутомим наш советский эскалатор. Он перевозит даже попов в надлежащем сопровождении. Все автоматы работают. Посадка длится одну минуту.